Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Свои желания под ключ». Музыка исполнения Самуила Прокофьевича из цикла «Ожившая поэзия». Казалось мне, весна не для печали, весна для вдохновения, для любви. Тогда зачем слова мои вещали вам не о том, о чем мечты мои. Весна в окне, как осень, с неба слезы прохладные в серебряную нить. И вновь для нас дождливые прогнозы. А как весною жить и не любить? Зачем весна с тоской без надежды? Не для нее такие дни во мгле. Снимаю я красивые одежды и за перо, и за перо нужны ответы мне. Не плачу я, весна роняет слезы. Она так часто плачет в эти дни. В хрустальной вазе грустные мимозы. И я под колючей. И я под ключ желания свои. Не плачу я, весна роняет слезы, она так часто плачет в эти дни. Хрустальный пол грустные мимозы, и я под ключ желания свои. Казалось мне, весна не для печали, весна для вдохновения, для любви. Тогда зачем слова мои вещали вам не о том, о чем мечты мои? Казалось мне, весна не для печали, весна для вдохновения, для любви. Тогда зачем слова мои вещали вам не о том, о чем мечты мои? Спасибо за внимание. С вами был Самуил Прокофьевич, музыкальная композиция «Экспромт».
свои желания под ключ.